за 17 дней войны Российская Федерация уничтожает наши города, равняет их землей под предлогом борьбы с фашизмом. Вы боретесь с нашими женщинами, детьми и стариками, разрушая наши больницы, школы и целые города. При этом цинично врете и продолжаете врать о том, что это какая-то спецоперация, и то, что ваши стрелки стреляют по военным базам. Большой разрыв идет уже. Наших 2-3 поколения минимум уже обозлены на вас за ваши действия. Вы знаете, люди, Господь противится гордым людям. И Он способствует тем, кто любит, кто дарит любовь. И Он противится тем, кто заставляет любить. Мы на своей земле, на своей православной украинской земле. Мы отстроим нашу Украину, мы вложим все средства, которые у нас есть, для восстановления нашей красивой и цветучей Неньки. Дорогие друзья, еще раз хочу сказать каждому украинцу, который стал на защиту своей страны, большое спасибо. Пожалуйста, молитесь Господу Богу за свою страну и за свои души. Сейчас начался Великий пост. Я понимаю, что сложно держать пост, или в принципе его невозможно сейчас на данный момент держать. Но молитесь, пожалуйста, перед каждым выходом из дома военным, нашим ВСУ, теробороне и всем тем ребятам, которые защищают нашу страну. Ребята, если кто из вас прибегает к Всевышнему, к Господу нашему Иисусу Христу в жизни, пожалуйста, обращайтесь к Нему, и Он нам обязательно поможет, потому что Он видит то, что происходит, и Он нас обязательно защитит, потому что мы молимся, и все у нас будет, слава Богу. Ребята, слава Богу за Украину, всем добра!